Ну что, друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моем третьем аккаунте и посмотрим, как у нас в целом обстоят дела в глобале, что вообще происходит, получается, не получается ли в целом годно катать катки. И не обращайте, кстати, внимания на мое такое лицо довольно помятое, на голос. Я, короче, только проснулся, и поэтому с утреца решил вам прям сразу взять и забабахать видосян, пока, как говорится, вообще еще не устал и тупо бодр, тупо полон сил. Ну шо, как говорится, народ, погнали, посмотрим сейчас, что получится из этого всего дела, очень надеюсь, что кубки не сольем, надеюсь, что все будет в целом годно, ну и полетели фигачить, что можно добавить, так что давайте, первый противник, так, молодой человек, вот это вы, конечно, сделали зря, вот такой вот, собственно, Торнадоч, и все, его хок, можно сказать, идет нафиг, после этого мы еще даем палача, чтобы он как можно меньше урона по центру нашему нанес, потому что он может взять и сейчас фига косарь хп с центра, допустим, как варик забрать, нафиг оно нам с вами нужно? Спрашивается, оно нам с вами вообще не нужно, поэтому это дело мы сразу же минусуем. Так, друзья, после этого я делаю вот таким вот образом. Набрасываю, допустим, миньонов и... нет, Хога я, наверное, выдавать не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, молодой человек. Вот слушайте, Торнадо, если честно, очень жестко мешает нам сейчас. И Буллер вообще, считай, полностью, ну, полностью живой. Нужно сейчас что-то с ним мутить. Нужно ребятуки сейчас срочно с ним что-то делать. Блин, еще и бревно. Ёлки-палки, мне кажется, пацаки, это полная фиаско. Справа, конечно, кабан дает урон, но мы даем урон, просто урон. Немножко прокоцали вышку. Ну как немножко, почти два косаря как бы снесли. Это, в принципе, нормально. Но пацан убил наш тауэр. Какого хрена, спрашивается. Окей, допустим. Ну, бывает. Бывают в жизни огорчения, все дела. Мы сейчас возьмем и откомбэчим. Я даю вот это вот, собственно, все дело. Опять же, ловлю боулера в лицо, мега неприятного. Так, еще и торнадо, я понял. 8 элика он только что потратил, как ни крутим. Это очень здорово, это очень четко. Хог еще хорош. 2000 от Хога, да, возможно, хотелось бы получше немножко, но в целом вроде и так сойдет. Есть идея. Есть, правда, очень неплохая идея. Смотрите, в чем она заключается. Мы делаем вот таким и вот таким вот образом. Наши гоблины, к сожалению, помрут, но в любом случае, перед смертью они нанесут немножко урона по кабану. И в целом это годно. Блин, боулер поганый еще взял и перед смертью тычку нам успел сделать. Ну вы серьезно. Ну вы шо, издеваетесь? Так, миньон, кстати, хорош. Миньон реально молодец. И сейчас, друзья, нам с вами нужно что-то делать с его левой башней. Потому что мы ее с вами вообще пока... даже толком-то и не дамажили, а катка как бы уже близится к концу. Уже вот-вот, блин, опять буллер, ты запарил. Он реально задолбал уже, пацаны, это же просто какая-то жесть. Вы просто гляньте, нон-стопом берет и сбрасывает этого поганого буллера. Ну, камон, это жест, это very обыдно. Так, давайте оттянем торнадом вот это вот все добро, блин, еще и бревно. Я понял, только можно, спасибо. Хотел сказать, только можно, без тычки, пожалуйста. Ну и вроде нормально, без тычки, в принципе, обошлись. Хорошечина. Так, ребята, после этого смотрите, как я поступаю. Я делаю вот так. Вот так, вот так, и мы пытаемся делать максимально четкий и годный заход. Опять же, торнадо, которое портит нам всю малину, просто все, и Хог, походу, ни единый лол, ни одной тычки не дал. Это полная жесть, пацаки. Ладно, будем делать это таким же образом с тобой, братишка. Так, 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 отлично, его Хога мы тоже, ну, благополучно убрали. Ни единой тычки по нам он не дал, мы даем здесь еще нашего Хога и пытаемся, друзья мои, пушить. Смотрите, раз, два, 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 отлично, хорош, бро. Молния вот такая вот четкая залетает сюда у нас, офигенно. После этого еще и миньоны, и я готовлю, допустим, тут банду гоблинов. Так, 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 молодой человек, не надо, пожалуйста, стоп, 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 отлично. Вот это вот очень потно, вот это вот, ребята, very потно. Так, погодите, погнал вот такой вот кабан, кабан идет, кабан бежит, нам нужно прокрутиться до молнии, вернее, мы уже прокрутились, просто кинуть ее, все, больше-то, в принципе, ничего и не надо, давай, найс, найс, найс. Найс, найс. Друзья, это просто победа, которая стопудово достойна лайкоса. Ну вы видели? Вы видели это? Мне жалко. Мне реально жалко этого противника, охренеть. Третье кладбище, девятые рарки, шестые эпики. Офигеть, братан. Ну елки-иголки, ну как же так? Как же так получается? Ну ладно, окей, удачи тебе. А мы идем, ребятухи, тогда дальше. Вот это я понимаю годно, вот это вот я понимаю найс. Это было четко, ребята. Вот это было прям реально достойно. Так, окейшки, тогда давайте просто-напросто чё. Изи в том же темпе продолжим. По большому счету никаких проблем вроде как и нет. Жалко вот то, что рыцаря нам сейчас заберут, получается, справа. Ну и ладно, как говорится, был рыцарь, нет рыцаря. Обидно, конечно, досадно, ну да и ладно.
поделать в любом случае мы тут навряд ли что-то сможем. Я предлагаю вам ребятухи сделать вот таким вот образом. Справа я тогда готовлю миньонов, надеюсь, то, что у него есть стрелы, и слева я его на их забайтил. Блин, вы гляньте, какой гад. Взял раньше времени, активировал центральный тауэр, но гоблин время даром не терял. Вы видели, да, сколько он нанес урона? Как бы очень даже нифигово, ни хухры-мухрово, так нормально. Так, после этого, ребята, мега-рыцаря мы с вами дефаем. И, в принципе, получается довольно успешно, вы гляньте. Пока все идет, ну, несмотря на то, что активация центральной вышки уже у него прошла, то есть он торнадом нашего хога стянул, гад такой. В целом, по нашей башне ни одной не прошло урона. Вообще, просто ни по единой. Это, пацаны, тупо топчик. Это топчик. Ой, нафига? А нафига это я сделал? Даня, ты что, дебил? Зачем я сейчас торнадо дал? У меня там был палач, я выдаю какие-то торнадо. Нафига? Спрашивается. Ответа нет. Ладно, окей. Ну, бывают непонятки. Так, успел? Да, я успел. Прекрасно. Урон. Палач еще топорик. Красава. Палач, ты просто реально лучший. Хоп, и предсмертную можно? Блин, вот если бы он еще и предсмертную тыку с топором замутил, было бы просто офигенно. Но, как говорится, ладно, и на этом большое спасибо. Ему скажем, ой-ой-ой-ой-ой-ой, молодой человек. Так, плюс вот так. Тихо-тихо-тихо, пожалуйста, можно не так жестко? Я вас умоляю прям. Я вас прям прошу, сэр. Так, срочно, ребята, надо прозапать все вот это вот дело. Лол, у него гром еле живой стоит там и что-то делает нам в плане урона. Это, ой, палач лучший просто, вы видели? Этот топор, который он успел кинуть перед своей гибелью. Просто за это ему можно даже взять и поставить памятник. Это было, черт возьми, круто. Это было мега офигенно. Так, друзья, вот такие вот миньоны. Я как бы уже особо не парюсь. Всего лишь-то одна молния, по большому счету. И, как говорится, усё. Пацан подъехал, пацан приехал. Мы ему можем в будущем сейчас помахать ручкой. Давай что-нибудь сбрось, братик. Может, не знаю, что, грома, не грома, да что угодно можешь набросить возле вышки своей. Тоби в любом случае капец, братан. Тоби капец, это я тебе говорю тупо серьезно. Так, осторожно. Хок агрит благополучно, мы, в принципе, все это дело дефаем. Хок тычку, хорош, даже молнию не пришлось тратить. Вот это вот я называю четко. Вот это вот, ребятухи, я называю прям мега офигенно. Вот так и нужно. Вот так вот этих говнарей нужно нагибать. Все четко, плюс еще сколько? Плюс, наверное, 30. Я надеюсь, то, что 30 кубасов, потому что если меньше, было бы, ну, как-то уже не так. Прям радостно. Да, все-таки, ребята, 30 кубков взяли и просто-напросто получили в этом каточе. Окейушки, тогда идем в третий, получается, бой. И если мы его также вытащим, друзья, это будет просто четко. Просто бомбезно. Поэтому пигнали. Я, наверное, не буду спешить, типа, взять там поначалу рыцаря, хога. Нафиг оно с вами нам надо? Мы берем и просто-напросто играем максимально аккуратно. Не то чтобы, конечно, от дефа, но просто осторожничая. Это как бы нормально. Ждем пока... Опа-на, здравствуйте, сэр. Мы вот так вот еще давайте так же сделаем, чтобы, ну, как говорится, под одну гребенку все вот это вот дело забабахать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот молодой человек, что ж вы делаете-то такое? Ай-яй, тихо, вот то, что миньонов он заагрил, это фигово. Так, найс, успели это дело мы сами забрать. Ну, мортира-то поганая, лол, пол вышки срубила. Слушайте, а вы посмотрите, насколько все хорошо было, как бы, да. Ладно, окей, самое главное, там живой хок 9 левела, он дает урон, он творит очень такие прекрасные вещи для нас, мы тут запаем, убиваем всю вот эту вот мелочь, и в любом случае мы по нанесенному урону остаемся в очень-таки, правда, очень-таки нифиговом плюсе. Особенно, если учитывать то, что между моей вышкой и вышкой противника разница, ну, в два уровня. Это как бы очень нифигово, так скажу я вам. Поэтому нормально, ребят, все пока идет очень здорово. Если я все правильно понимаю, и у противника колода с мортирой, о которой я думаю, у него, по идее, должна в ней быть ракета. То есть я про это прекрасно помню. Так, это чтобы мортира сплэшила или чтобы... Я что-то вот задумался, это чтобы мортиры сплэшило, он так торнадо закинул, или чтобы просто-напросто наносить урон такой вот. Палач, давай, братик, хорош, самое главное, забрал основную гурьбу этих миньонов, и в целом нормально, в целом красава. Так, смотрите, ребят, мое какое тогда предложение. Я делаю вот так, я готовлю зап против его банды гоблинов, и в итоге получаю громоверца. Подготовил против одного, получил другой в итоге. Ну ладно, ничего страшного, в любом случае зап мы сбросили, и все нормально. Так, его гоблинов мы сейчас в любом случае на изях отдефаем, это четко. И сейчас просто-напросто наша, друзья, основная задача
не подпускать, не допускать того, чтобы его мортира наносила свой урон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это вот хреново, вот это вот он на самом деле молодец. Сделал прикольно, типа, стянул подвышку и начал сплэшовать морта. Это как бы нормально, типа, достойно, очень даже поступил молодой человек. Кстати, а кто это у нас так вот тратит этих, господи, кого? Гоблинов, нужно же на хогах оставлять, братишка, братик, ты чё? Слушайте, друзья, я реально очень сыкую, знаете чего? От того, что у пацана реально есть ракета. То есть, если у него реально есть ракета, это огромная проблема. Так, сплэша ведь не будет, надеюсь? Да, отлично, сплэша нет. Пацан немножко облажался. Это круто, это для нас мега офигенно и четко, потрясающе. Там все дела, все вот подобные эпитеты, ребят. 10 секунд остается, братан, только не говори, что у тебя реально есть ракета. Я тебя просто умоляю. А, ага. У него нет ракеты, походу. Но зато есть домик с варварами. Красава, красава, братик, просто лучший, мои извинения, там бизнес, и это нереальная победа, друзья, это четко. Так, бродяги, мои извинения, тут вернулся, как говорится, вопросы с бизнесом порешал, ну и, в принципе, предлагает тогда на этом заканчивать. Я считаю, поиграли мы сегодня с вами мега офигенно, 3 победы подряд, с моей прокачкой, с моим уровнем на этих кубках, это очень достойный результат, и надеюсь, что ролик вам правда в целом зашел. На этом все, всем удачи, всего хорошего, тащите катки, пусть у вас у всех все в целом будет гуд, до скорых новых встреч и пока-пока. Давайте, ребят, удачи!